когда андердоги выстреливали. Поглядим, что сегодня Фортуна может противопоставить. Фортуна. Чистокол ног. С первых минут Квазар и Балаян. Ну вот здесь не точно. Но в итоге бить было некуда. Мартынов, пас налево. Дальний удар. Штанга! Нагибин, видимо. Нагибин первый номер, правильно? Йо! Тут просто, да, тут как-то зачеркнуто. И Алина. Кто понял, тот понял. Алина. Витя играет в футбол. Дали выстрел. О, как опасного. 32 гола, 14 передач. А Балаян всего-то 6 передач отдал. Ну, сейчас по-пижонски он сыграл. Варцана. Передача на Мартынова, но ее прочитал. Умница, хорошо играющий Шмаков. И 1-0. Вот так вот пока мы хвалили Шмакова. Ой, холод. Варцана подскользнулся, но отработал Балаян. Дальний выстрел. Филиппов до момент. Хорошая игра. Мартынов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как здорово, Мартынов. Болельщики тут рядом со мной смеются, ну, конечно, феерят. Джога Бонитой. Алпацкий на линию огня, молодец. Ой, без мяча. Нагибин хорошо в отборе. Передача в центр на Мартынова. Дальний удар. Вот и все. Футбол. Простая игра. 2-0. Гигантский, наверное. Собственно, мы все видим на своих экранах. 2-0. Ой, какой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Балаян. Ну что, будет бить? Нет, обыгрывает. Пасует. И все-таки добивание Нагибина. Да, да. Да, да. Какой знак зодиака или вы? Я вот... Рыба. Рыба, да? И вот Кондеев. С метром мы пока с вами общались, но я не прозевал. Да, едем дальше. Отвлеклись. Извините меня за эти отвлечения. Атакую. И смотрите, что творит Кондеев. 2-0, левая нога. Левая нога. Ну, улыбаются. Ну, игра продолжается. Причинное место, что ли? А вот момент! Ой-ой-ой-ой-ой! Хорош! Но! Все будут и Севердян! Блестящее спасение! Еще одно! 6 мячей до него. Ау! 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 Что творят? Фортуна! Скажи, товарищ комментатор, да, мелочей не бывает, вот пожалуйста. А, вратарь, он так Попов как-то из-под лопатки. И после тебя главная звезда твоей команды. А я не говорю, кто ты в эфире, я боюсь, я не знаю, какую фамилию тебя называть. Ой, видно, видно, видно. Муж подарил. Ну, класс. Ладно, а вот Попов, Попов! Антон Попов! Все-таки он забил этот гол.